Молдова задерживает продукты питания для Приднестровья. Грузы стоят на таможне по несколько дней и даже недель. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на главу МИДа Виталия Игнатьева. Напомним, Украина закрыла границу с Приднестровьем в конце февраля. Весь импорт теперь через Молдову, и этим Кишинев пользуется. Вот в данный момент, прямо сейчас я с вами разговариваю, у нас задержаны грузы, это продукты питания и не только лекарства. Вот мы пытаемся решить, да, вот что происходит, зачем они делают эти задержки на 3-4 дня. Сейчас жара, грузы портятся, да, что двигает этими людьми? Так Кишинев бьет по экономике Приднестровья. Сначала не пропускали лекарства, потом средства защиты растений, теперь продукты.